«Химик» спортует перед финишем. Команда в последних 10 матчах одержала 8 побед. В этом промежутке беспроигрышная серия из 6 игр, которую смогли прервать лишь питерские «динамовцы». Воскресенцы дрогнули 4-1, но при этом открыли счет в этом матче. Шайбой отметился Валентин Разумняк. Валентин Разумняк, 9 номер. Использовал передачу партнера из близкого расстояния. Вот смотрим момент. Да, Разумняк забросил, а передачу ему отдавал 93-й номер Илья Аркалов. Смешанное сочетание появилось на площадке у «Химика». Обидное поражение только встряхнуло желто-синих. В следующем матче они разгромили московскую «Звезду» со счетом 8-0. Такого не было давно, да и фармклуб ЦСКА не ожидал болезненного привета. Максим Баин сделал хэт-трик в своем 150-м матче. Всего за сезон он набрал 13 очков в 47 играх. Перевод и гол! Баин и шайба в ворота! Вперед, пока партнеры меняются. А Переляев, какой красавец! Баин и хэт-трик! Сейчас «Химик» находится на 6-й позиции. Команда набрала 63 очка. Отставание от «Югры», которая идет на безоговорочном первом месте, составляет 16 очков. Вскоре «желто-синие» встретятся с лидером, а также их ждут игры с «Динамо» из Красногорска и «Рубином». В перспективе воскресенцы могут закончить турнир, набрав 71 очко, что при определенных обстоятельствах позволяет надеяться и на бронзу. С кем же «Химик» столкнется в плей-офф, гадать бесполезно. До 17 февраля картина может поменяться как угодно. Сразу 9 команд имеют разницу в 3 очка, да и «Лада» с «Соколом» теоретически могут заскочить в уходящий поезд. Главная интрига – сможет ли «Химик», который систематически выходит в плей-офф, продвинуться дальше первого круга. Александр Иванов, новости «Искровект».